Всем привет, меня зовут Руслана, я давно видео не выпускала. Это видео будет не на тему про собак, про животных, это будет на тему моих вещей. Но завтра выпущу видеоролик про животных. Ну что ж, давайте начнем. Первое, что замечается очень сильно, это вот эта огромная пачка Принглс. Это очень большая пачка, то есть она 1 метр идет. Сейчас поставлю ее на пол. Вот, то есть она очень большая. Тут внутри 3 пачки Принглса оригинальных. Я не буду доставать, я их еще не открывала, но я вот покажу. Вот там пачка, тут какие-то 3 фигни лежала. Что это такое? Я не знаю. Ой. Вот, высыпаем. И вот там еще 2 таких. Их уберем, вот такая оригинальная пачка Принглса. Дальше это такие вот няшные миньоны. Их 2. Это я их вообще не помню, как зовут. Там какой-то Кевин, какой-то Боб, там троица их. Вот это, по-моему, Кевин, а этого не помню, как зовут. Вот. Это тоже из Италии. Мне мама привезла, она летела в Италию по работе. Вот такие классные миньоны. Они плюшевые, здесь такие замшевые. В курточках. Это из фильма «Миньоны». Следующее, что мне мама купила, это такие кроссовки. Так как я занимаюсь большим теннисом, это кроссовки для тенниса. Я в них еще не ходила, я их померила. Но выглядят они очень классно. Они вот так вот мнутся. Снизу подошва сгинается. Это хорошо. Тут 40 размера, они маломерки. Поэтому они для меня как раз. Следующее, что мне мама купила, это такой вот классный рюкзак. Он тут открывается. Здесь вот такая застежка. И выглядит он как обычный джинсы. Вот здесь как тут застежка должна быть, но здесь ее нет. Тут как, вон, видите, там пуговички. Вот здесь 2 кармана. Сзади еще 2 кармана вот таких вот. То есть сюда можно ложить ручка. Она сделана из резины. Ой, из резины, из кожи. Здесь такая розочка красиво нарисована, разные блестяшки. Открываем. Смотрите, что у меня. Первое, там мне мама привезла вот такой пенал с щенятами. Это кокер спаниель. Давайте же его откроем. Ох, не открывать. В первом кармашке были вот такие 4 ручки, карандашик, линейка, блокнот, ластик и точилка. Тут фломастер. А здесь карандаши. Дальше, что мне мама привезла, такая пачка тик-така. Я уже не выдержала, за пару минут до этого открыла. Тут даже вот упаковка осталась от меня, что такое это тик-так. Тут его очень много, огромная пачка вот с мою руку. Вот здесь вот так открывается. Сейчас. Вот, открывается, и там тик-так. Последнее, что мне мама купила, это вот такой вот крутой спиннер. Я очень хотела себе спиннер вот такой. Вот. Вот спиннер, это вот такой вот крутой. Извините, видео у меня оборвалось случайно. Вот он так переливается. Крутится он у меня 1,5 минуты, даже 2, я точно не помню. Он крутится бесшумно вообще. То есть он не шумит. Крутится очень классно. Вот, давно о таком мечтала. Следующее, что мне мама еще купила, это Nutella & Go. Такая сейчас продается и в наших магазинах, но раньше такой не было особо. И чаще всего мне мама привезла такую же Nutella & Go, только вот с этой стороны еще был Липтон, я помню, с трубочкой. Но в этот раз его не было. Вот, такие палочки, которые макают шоколад. Ну, думаю, их все знают. И последнее, самое классное, то, что мне мама подарила, это вот такой вот брелок с песиком. Он очень классно переливается. Он так может как к карабинчикам прицепляться, так и вот так и к ключам. Ой, пал. Вот он очень классный. Это типа наподобие Йорка. Мне очень нравится. Буду прицеплю к вот этому рюкзаку. Думаю, оно очень подойдет даже вот по цвету. Вот это были все покупки из Италии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. И да, я забыла совсем сказать. У нас уже 50 подписчиков на канале. Я так этому рада, потому что это первые мои 50 подписчиков. Надеюсь, вам будут дальше нравиться мои видеоролики. И всем пока-пока-пока-пока!